Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим блинчики в более интересном варианте – блинные маффины. Для этого нам понадобится одно яйцо, 50 мл молока, 40 граммов муки, соль, тростниковый сахар и джем. Берем глубокую емкость и добавляем туда одно яйцо, столовую ложку тростникового сахара, 50 мл молока, 40 граммов муки и щепотку соли. Все тщательно перемешиваем миксером. Тесто должно получиться жидким, как для блинчиков. Берем силиконовые формы для маффинов и каждую заполняем на 3/4 нашим тестом. Отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Тесто сильно поднимется, но когда вы его достанете из духовки, оно сразу же опустится. Готовые блинные маффины достаем из форм, в серединку выкладываем по ложке джема и сверху добавляем взбитые сливки. Сами по себе маффины получились очень вкусные и нежные, а с начинкой – ну просто невероятные. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!